Всем привет! Играем в Фазмофобию, Солокошмар, Безулик, Тэнгл Вуд. Сегодня у нас чё? У нас сегодня Грегори Мартинес, доктор МП, благовоние, средний рассудок, 20. Погнали, погнали. Так, а тут чё? Это чё? Это ветрено. Настроение сразу, да, понятно уже. Это чё? Это ключи. Кстати, многие пишут, может быть, это кому-то, ага, лопаточка, поможет. Говорят, как у тебя так работает классно термометр, мне вот нужно идти и зажимать. Я тоже сейчас, вот не поверите, иду и зажимаю правую кнопку мыши. Весь понт нового термометра в том, что раньше вам нужно было каждый раз вот так вот делать в каждой комнате. А теперь вы можете один раз зажать, и ходить, и температурка меняется. Вот. Вот в этом прикол, а не в том, что он у вас автоматически работает. Потрудиться все-таки придется. Потому что многие почему-то решили, что он должен работать, ну вот, просто. А я вот сейчас страдаю и безымянным пальцем зажимаю правую кнопку мыши, чтобы это работало. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что-то упало на кухне. Почему? Длинные шаловливые ручонки. Вот эта книга валяется. Ты что устроил тут? Котина. Я тебе кучку сделаю полторовскую, типа. Если захочешь, раскидаешь, понял? Потом поговорим с тобой. Fairy Tales, Ханс Христиан Андерсон. Так, окей. Это сюда. Это сюда. Это... Ой. Это место, чтобы здесь отдыхать. От мирских дел. Да, я отдыхаю в шкафу. И что вы мне сделаете? Правильно, ничего, я же в шкафу. Так, это сюда. На какую кнопку? Что-то я давно прям в Фазму не играла, как будто бы. А я, кстати, давно и не играла, мы же пропустили один стрим. Все понятно, скилл потерян. Так вот. Этот ролик снят до стрима, который был вот. Поэтому я тут такая, типа, а чё, а как? А я же не умею. Но я уверена, что у нас прошел стрим великолепнейшим образом. Понька. И я все вспомнила. Я вспомнила, как играть. Так, Уижа борт. Идешь со мной. Наступление. Миража вычеркиваем. Идем дальше. Пока что призрака не слышно, не видно, его вообще как будто бы нет. Говорит ли это о том, что у нас какая-нибудь тень? Может быть. Может быть и говорит. Кто знает этих теней. Ну, то, что, конечно, там на кухне что-то отлетело, немножко подозрительно, очень сильно. Так. Ага. Отлично. Идем. Фоточками закончили. Пойду принесу сразу все благовошки. Если это опять покажутся близнецы, главное не перепутать с Мороем. Потому что кое-кого у меня есть некие проблемы. Моройские проблемы.
Моройско-близнецовские, назовем их так. Твоя любимая комната. До свидания. Так, ну сейчас должна быть отака, если это не день. Ну, хотелось бы что-то какое-то, хоть что-то. Хотелось бы. Алло. Вопрос твоя любимая. Вопрос, твоя любимая комната снимает 50% рассудка. Вот, из-за чего как бы охота должна начаться, ну прям должна. Я не засекла на духаре, но ничего. Ничего, я засеку чуть попозже. Поэтому, в общем-то, охота должна была начаться в любом случае, если это не тень, не Мара и не Диоген. Ну, учитывая, что я уже подразрядилась, Мара и Диоген, наверное, уже могли. А вот тень, пожалуй, что не могла. Но это такие допущения, это я просто прикидываю плюс-минус, что-то у меня с рассудком, я на самом деле не особо классно его умею высчитывать в таких катках. Засекла над ухарем. Но потом перезасечем, если будут проблемки, какие-то сомнения, недомолвки. Точно не ускоряющиеся чуваки. Ускорения там нигде не было. Морой, я думаю, тоже можно убрать. Надо бы прочекать, ну там, да, на полтора, на обаку. Я тут поэтому встала так красиво. На близнецов, кстати, не похоже. Что же это такое? Так, 1,5 минуты, кстати, прошли. На атаке. Опа-на! Это не банши какой-нибудь случайно? Догоняет. Я, кстати, знаете чем? Я на Оне не проверила. Уже вторая атака идет. Я что-то вообще как-то да. Почему подумала, что банши? Потому что начал охоту рядом со мной, как будто бы пришел. Вот. Точно не Обака, кстати. Так, а Жигу я выбросила. Зачем? Опачки.
Назад пойдешь? Неоне, спасибо. Так, а тут перешагнул. Идите. Ой, нет. Но он все еще тут. Ой, не сюда. Извини. Ой, я все сожгла, да? Блин, плохо. Ну ладно. Мне бы еще на ребы проверить. Но у меня нет никаких претензий к этому призраку. Как будто бы. Кажется, это баншуха. Ну, ходит. Ходит. Давай поставим что-то банши, потому что на других вариантов получше у меня нет. Очень много гастов, все рядом со мной. Понимаю, что тенгл небольшой, но как-то это слишком много совпадений. Конечно, это может быть Гарё. Давайте так, либо Банши, либо Гарё. Но должна быть Банши. Точно. В общем-то, вот тот первая гастуха, которая там случилась где-то на кухне, возможно, это вот что-то он пришел ко мне, что-то кинул и ушел. А я уже там поменяла комнату. Ну, короче, было подозрительно. Было подозрительно, что он в соседней комнате оказался рядом со мной, как будто бы намекала на телепорт, либо на то, что эта вот баншуха пришла своими ногами, увидела меня, кинула мне кружку вслед, когда я уже бежала в ее комнату в ливинге. Но в любом случае, это идеальное расследование, и оно, я думаю, заслужило лайка. Спасибо всем за просмотр, увидимся в новых видеороликах. Всем пока!